Молодежи Печенского округа помогут открыть собственное дело. В политехническом техникуме Никеля запустили проект «Бизнес-старт». Каждый, кто чувствует в себе предпринимательскую жилку, 3 месяца будет учиться у настоящих бизнесменов. Организаторы надеются, что таким образом нынешние дети в будущем смогут самостоятельно развивать городскую инфраструктуру. Поучаствовать в проекте могут студенты любого возраста. В политехническом техникуме они учатся на кондитеров, механиков и экономистов. Может быть, именно профессиональные навыки помогут им основать собственную компанию. Первокурсница Анастасия Баранова без раздумий внесла свое имя в список. Девушка считает, что не стоит упускать шанс получить знания бесплатно. Я хочу научиться продвигать. Может быть, я в будущем войду во что-то более, чем просто повар. Может, открою свой какой-то бизнес маленький, чтобы просто знать, как его продвигать. Вслед за Анастасией проектом заинтересовались и другие студенты. Куратору бизнес-курса Евгении Рябовой понадобилось всего 5 минут, чтобы убедить группу попробовать. Дальше она отправилась на пару к будущим электрикам. Мы с вами пройдем за 3 месяца достаточно большой путь. И в конце этого пути мы с вами подготовим реальный бизнес-план, по которому можно пойти и открыть свое дело. Бизнес-план вы будете готовить на основе своей идеи. Ну что, как они отреагировали? На удивление, очень хорошо. Другого ждали? Да. Ну, на самом деле, вот конкретно от этой группы, даже когда заходя, я видела очень скептические лица ребят, потому что все-таки это ребята, которые получают такую очень суровую мужскую профессию, да, и, возможно, вряд ли они думали о том, что они готовы или хотят, но списочек пополняется. По нынешним стандартам большая часть лекций и практик будет проходить онлайн. Каждую неделю ребята будут общаться с предпринимателями и получать от них советы и задания. Подростки смогут перенять опыт у взрослых и пройти путь становления чуть быстрее и легче. Организаторы бизнес-старта уверены, что смогут уделить внимание каждому студенту, сколько бы ни записалось на курс. Если получится удачный проект, мы рассмотрим возможности в перспективе, как его поддержать. Это может быть прохождение практики, это может быть какое-то юридическое или бухгалтерское сопровождение в проектах. Конечно, наверное, глупо надеяться, что 15 человек там, да, или 20 человек станут бизнесменами и воплотят свои идеи. Я думаю, даже если одна идея будет воплощена в жизнь, или даже один у нас предприниматель получится, это уже будет такой, знаете, выстрел. Это уже будет результат хороший. Подобный проект по обучению азам предпринимательской деятельности успешно прошел в 19-й школе Заполярного. Старшеклассники написали и защитили свои бизнес-проекты. Присоединиться к команде начинающих предпринимателей студенты Печенского политехнического колледжа могут до 1 февраля. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.